Ялта – один из самых популярных курортов России. Теперь сюда приезжают не только ради красивых видов, но и динозавров. Вымерших миллионы лет назад древних жителей можно встретить среди магнолий, секвой и кедров. Тут вполне реально столкнуться, например, со стегозавром. Поселился он в Нижнем Приморском парке ботанического сада. Он питался исключительно растительной пищей, поэтому в наше время для человека не представлял бы опасности. Единственное, что весил он 4,5 тонны. И таких обитателей здесь 15. Все они двигаются, моргают, машут хвостами и даже дышат. А еще рептилии обладают интеллектом, ведь реагируют исключительно на движение человека, чем и пугают посетителей. Он так зарычал неожиданно, и я испугалась немножко. Закричала в этот момент? Ну, чуть-чуть совсем. А можешь показать, как ты испугалась? Вот так. На территории парка есть песочница, в которой дети могут провести раскопки и почувствовать себя археологами. А какой тебе больше всего нравится динозавр? Анкилозавр. Это какой? Он. У него шипы и булава. А почему он тебе нравится? Ну, а потому что он от хищников защищается. Эти обитатели парка, несмотря на возраст, с удовольствием общаются с посетителями и дают интервью. Дорогой авираптор, а вы «Утро нового дня» смотрите? Каждый день, я так понимаю, не пропускает ни одного эфира. Даже 75 миллионов лет спустя динозавров интересует наша программа. Размеры роботов соответствуют предполагаемому росту их прототипов. Длина этого апатозавра почти 23 метра. Не заметить такого гиганта невозможно. Его видно не только со всех уголков парка, а и с моря. А им крымский климат подходил бы в жизни, в реальности? Ну, похоже, что да. Вот они довольны, стоят все. А это самый популярный динозавр. Один из крупнейших хищников за всю историю Земли. Даже находиться рядом с ним дискомфортно. К счастью, жил он 67 миллионов лет назад. Я думаю, многие узнают этого тираннозавра из фильма «Парк юрского периода», учитывая, что эта фигура еще не в полную величину. Обратите внимание, что только нога выше меня. А можете представить, каким он был в реальности? Кажется, эти динозавры хорошо чувствуют себя в затерянном мире Ялты. Здесь можно встретить как травоядных, так и хищников. И даже изобретать машину времени не пришлось. Салия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.